аэропорт, и полуостров Кипирос. В принципе, говорю, можно даже в трусах сейчас ехать. Да. Зачем ему надо снять и ехать без трусов? А что, мы больше не будем? Он сядет напротив меня, и мы поедем. Может, я ногами болтыхать буду, чтобы на глиссер выйти. Я облокочусь его колено. Глиссер выходит. Мотор поднимается и сам... Саша, сними оператора, ну что такое? Я вас снимаю, вы меня... Вот так просто переверни, меня же увидишь ты. Да, может быть. Ну вот, вижу, да, да. Оператор. Вижу. Пожалуйста. Нормально, на фоне ой, лодки. Такой. Холодный, как этот, как Бобик, сейчас как Цуцик. Но, это, но эти... Нормально. Но эти не, мурашки не вылезли, по крайней мере. Не, я просто сам чувствую это. Сейчас вылезу, подожди. Нет. На ветру. А яхточка уже ушла. Вот перед нами Лисий остров. Вот это вот Лисий. Да я уже все сказала. А, ты рассказала, вот конец его Лисиева и дальше выход. Это я для себя снимаю, Саш. Да. Ладно, ну давай, снимай. Всем спасибо.